Ян. Генеалогическое древо АНХНХР старшей крови от Лары Доран. До меня. Ты никогда не показывала мне полной версии. Я не знала, что Видимонте Заидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет. Посмотрим его заметки. Боги, он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька, здесь есть заметки от Цири, а вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное. Рианон, Амавет, Фиона, Корбет Центрийский, Мюриэль, Адалия, Каланте, Паветта. Посмотрим, что на самом деле задумал Авалакх. Может, это была не лучшая идея. Здесь кто-то есть. За дверью. Эльфы знают толк в запахах. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал.
Как вы сюда вошли? Мы не хотим тебе зла. Мне все равно, чего вы хотите. Убирайтесь. Ты была в Тирнеля. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах. Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Какого задания? Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Еще одно слово и... И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело, а потом Авалакх наконец избавится от нее. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Цири, надеюсь, ты ей не поверила? Очевидно, что она слишком заинтересована в этом деле. И что с того? Если они так меня презирают, то пусть оставят меня в покое. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием. Ну, так-то лучше. Идем отсюда.
Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфиале. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Я пойду с тобой. Спасибо. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфиаль? Могу. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Давай посмотрим. Могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Я тоже не люблю кладбища. Почему? Они напоминают мне о работе. Я никогда не был на кладбище просто для того, чтобы навестить чью-то могилу. Вечно охочусь на гулей или каких-нибудь гнильцов. Знаешь, лучше бы я пришла сюда с ведьмачьим заказом. Лассе, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инге, дочь Тротнера. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скияля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай, что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скьяля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Не ори. А то сейчас понадобится копать вторую могилу. Как вы можете его защищать? Место труса в канаве! Я ль вам жизнь спас! Дикая охота гналась за мной. Если бы Скьяль не увел меня, от Лафотена вообще ничего бы не осталось. Чего это призракам может понадобиться от какой-то девки? Ты ж... Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги.
Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут поливать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. Так завоевывают признание на Скеллиге. Ну и ну. У тебя есть минута? Конечно. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. Сколько тебе лет? Мы осмотрели твою лабораторию. Не сомневаюсь. Зачем ты вообще туда пошла? Могли бы просто спросить меня. И ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве среди. Что до старшей крови. Все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальны. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на них? Я? Геральт? Спасибо, до свидания. Да. Да, Геральт. Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном. И не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дорн. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Прощай. Может, ты хотел таким образом получить контроль над самой Ларой? После стольких лет? Лара умерла. А для меня важно только то, чтобы Цири выполнила свое предназначение и выжила. Прощай. Я верю тебе. Я знаю. Иначе ты меня и близко бы к Цири не подпустил. Прощай.
Просто замечательно. Эй, посмотри. Пойдем. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефор? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Естественно. Еще я слышал о слепом богаче краснолюде из Махакама. Он приказал вставить себе в глазницы два огромных рубина. Он ни хрена не видел, зато, как говорят, смотрелось это отлично. Зараза, сколько же тут. Надеюсь, ты не собираешься разгребать эту панель. Мы не за этим пришли. Медальон дрожит. Это место силы. Только как мы теперь заберемся наверх? По лестнице. Сейчас я ее починю. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей?
Да, так что если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места. Заслуживаешь жизни. Эй, посмотри. Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиолам, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? Прошу. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасности. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом безо всякого... Геральт, я устала, давай присядем и поговорим. Тебе так важны предварительные игры? Тебе не нравится перспектива работы на Императора? Наоборот. До сих пор самой большой ошибкой ложи была ставка на слабых властителей. Тебя влечет то, что Имгир держит своих чародеев на коротком поводке, да? Йеннифер старалась не вмешивать тебя в политику, и была права. Ты бы не сориентировался, откуда дует ветер, даже если бы описал себе штаны. Лучше поговори с Йеннифер. Даже я вижу, что между вами остались какие-то нерешенные дела. Йеннифер всегда была сама по себе. И это действительно трогательно, что теперь она решила позаботиться об интересах ложи. Если ты не доверяешь, после победы над дикой охотой можешь поискать убежище, например, в Ридании. Или сунуть голову в пасть Риггеру. Спасибо, у меня другие планы. Договор с Имгиром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя. Так что, идем? Тебе не кажется, что пора уже перестать вмешиваться в жизнь Цири? Нет. Ты же знаешь, что не можешь отгонять нас от нее своим мечом, как стаю волков. Могу, и сделаю это, если придется.
Погоди. Тут что-то есть. Чувствуешь? Нет. Мой медальон... Не смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну, что стоишь? Попробуй подвигать зеркала.
сканирующее эхо самое сильное. Ну давай же. Он где-то здесь. Ну, наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Дай угадаю, ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Тебе наверняка понравится в Нильфгаарде. Я рекомендую гористые окрестности Назаира. Там прекрасный воздух. Ты гляди, а Йеннифер говорит, что у тебя нет чувства юмора. А теперь слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно. Потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. И ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту... Ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни.
Думаю, Трис будет возражать. Ах так. Тогда дай Йеннифер дружеский совет. Тебя она послушает. Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгире? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится, так или иначе. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Доберемся.
Призраки.
Гнусная же ты!